Эти птенцы соколов-балабанов живут в 50 километрах от Екатеринбурга. Тут находится один из крупнейших в России питомников для хищных птиц. Центр «Холзан» работает почти 20 лет. Поскольку пернатых тут выхаживают и выпускают в дикую природу, контакты с людьми ограничены. Посетители могут увидеть птиц лишь через маленькое окошко. Этот сокол использовался в соколиной охоте издревле, в том числе и на Руси. Это один из самых крупных соколов, и наша степь, наша страна без сокола балабана опустеет, тем более он занимает свое место в экологической цепочке пищевой. Балабаны – отменные охотники, обладающие ловкостью, умом и преданностью. Преследовать добычу могут, низко пролетая над землей со скоростью до 300 км в час. Одна из причин резкого сокращения популяции – браконьерство. Балабаны особенно ценятся на Ближнем Востоке. В России популяция этого вида на грани вымирания с 90-х годов прошлого столетия. За последние 50 лет количество уменьшилось более чем на 60-70%. По высказываниям ученых-орнитологов, этот вид может исчезнуть в течение 10-30 лет. Но процесс выращивания птенцов балабана непростой. Их кормят мясным фаршем. Они съедают больше, чем им положено. То есть то, что они сыты, мы видим по зубу. Когда птенец сыт, у него большой зуб такой уже наполненный. Птенцов окольцовывают, указывая индивидуальный номер птицы и данные центра. Когда пернатым исполняется 3-4 недели, их переводят в отдельные вольеры, где они начинают учиться летать. Выпускают балабанов в степные районы Южного Урала, где они изначально и обитали. В год центру удается выпустить в природу по 10-20 птиц. Если недолго, можно сейчас. А если долго, то лучше после всей программы.